Добрый день! С вами снова 5 минут ликбеза по инфекционным болезням, и я, доктор Игорь Марков. Напомню вкратце содержание предыдущего выпуска. Мы говорили об инфекционном мононуклеозе. Это острая форма Эпштейн-Барра вирусной инфекции. Характерные 5 классических признаков мононуклеоза, включая атипичные мононуклеары в крови. Характерный серологический профиль. Инфекционный мононуклеоз не имеет хронических форм, относится к редким спорадическим заболеваниям, не дает массовых вспышек. Сегодня мы поговорим о хронической форме этой же Эпштейн-Барра вирусной инфекции. 5 минут начинается, поехали. Оказалось, что инфекционный мононуклеоз – это всего лишь верхушка айсберга. На 10 тысяч примерно на 10 тысяч заражения вирусом Эпштейна-Барр приходится один инфекционный мононуклеоз. Очень редко. Первично же Эпштейн-Барра вирусная инфекция – это 4-й герпес-вирус. Это первичная хроническая латентная инфекция. Если раньше считалось, что это все равно острое заражение должно в течение года проявиться какими-то клиническими симптомами, оказалось, что это не так. Ничем не проявляется. Скажем, 50% детей 7-летнего возраста уже хронически инфицированы вирусом Эпштейна-Барра. И примерно 98% взрослых жителей Украины инфицированы этим же вирусом. Эти данные совпадают с данными и других исследований. В Канаде, в Америке, в Европе примерно 98%, не меньше, хронически инфицированы вирусом. Какое отношение вирус Эпштейна-Барра имеет к теме нашего разговора, ведь у нас сегодня, по сути дела, идет речь о вариантах ТОРЧ-инфекции и беременности. Так вот, оказалось, что с учетом того, что 98% женщин репродуктивного возраста инфицированы этим вирусом, могут возникать ситуации, когда беременность, успешная, удачная, желанная беременность, прерывается именно из-за вируса Эпштейна-Барра. Обычная диагностика, которую проводят женские консультации, включает обследование на антитела к этому вирусу. Совершенно бесполезное исследование. Ни на один вопрос не отвечает, даже если обнаружены антитела М к этому вирусу. А вот ПЦР-исследование как раз является тем диагностическим критерием, который позволяет сказать, есть угроза для ребенка или нет. Если вирус появляется только в слюне, мы, как правило, у беременной женщины, такие анализы проводим каждые 3-4 дня. Кровь, слюна на вирус Эпштейна-Барра. Если же он нарастает, мы рассматриваем это как повод для немедленного проведения вирус-нейтрализующей терапии. То есть вводим нормальный иммуноглобулин человека, который нейтрализует этот вирус. Если же речь идет об обнаружении вируса в крови во время беременности, то это является поводом для немедленного, без дополнительных анализов, назначения такого исследования. Такого назначения, такого лечения. Надо сказать, что динамика в первые 12 недель беременности, связанная с вирусом Эпштейна-Барра, может быть очень стремительная. До сих пор помню случай, когда у женщины на 7-й неделе беременности, это было 23-24 декабря, мы обнаружили вирус в слюне. Было немного вируса, и мы договорились, что с учетом того, что это праздничные дни, повторим анализ через неделю. Природа и жизнь не дала нам этой недели. Через 5 дней беременность прервалась, и в остатках эмбриональной массы мы обнаружили методом ПЦР ДНК вируса Эпштейна-Барра, что было прямым подтверждением того, что этот вирус может вызывать неблагоприятные изменения во время беременности вплоть у плода, вплоть до прерывания беременности. Если сравнить вирус Эпштейна-Барра с цитомегаловирусом, это пятый герпес-вирус. Конечно, он гораздо более толерантный, спокойный, померкованный. Но, тем не менее, именно в редких случаях такая проблема возникает. И если мы не можем контролировать ситуацию более частыми исследованиями, мы просто при малейших признаках его реактивации проводим вирус-нейтрализующую терапию. Клинически манифестные формы хронической Эпштейн-Барра вирусной инфекции – достаточно ограничены. И они действительно в большей степени касаются пациентов с иммунодефицитными
состояниями. Скажем, вне иммунодефицита мне приходилось наблюдать такие клинические проявления, связанные с вирусом Эпштейна-Барр, как энцефалит, ганглионит, неспецифический язвенный колит, синдром хронической усталости. Хотя это все-таки отдельная тема, потому что, на мой взгляд, роль хронической ЕБВ-инфекции в развитии синдрома хронической усталости была в свое время значительно преувеличена. Вот, по сути дела, то, о чем можно говорить сегодня, а обнаружение вируса Эпштейн-Барр у иммунокомпетентного человека, в принципе, не может являться в слюне даже прямым показанием для лечения. Сейчас я наблюдаю пациента, его трудно называть пожилым человеком. Ему 70 лет, но он бодрячок. И вот мы обнаружили у него в слюне сначала 500 тысяч копий, 1,5 миллиона, 4 миллиона копий. Я уже вздрогнул. Я даже сказал, что, возможно, нам придется обследоваться на ВИЧ-инфекцию. Но мы не успели, слава Богу. Через примерно еще... Это продолжалось 2 месяца. Но примерно через неделю после этой рекомендации, этой моей реплики, вирус из слюны исчез. Поэтому обнаружение вируса в слюне, даже в больших количествах, не может являться прямым показанием для проведения противовирусной терапии. А сегодня диагноз хронической ЕБВ-инфекции, к сожалению, стал модным, к сожалению, потому что очень часто приходится сталкиваться с тем, что лечение хронической Эпштейн-Барра вирусной инфекции было назначено совершенно необоснованно. На этом, пожалуй, все. Мои 5 минут ликбеза истекли. Желаю вам быть здоровыми, не болеть, а заболев быстро, лечиться правильно, быстро и легко выздоравливать. До встречи снова через неделю. С вами был доктор Игорь Марков и 5 минут ликбеза по инфекционным болезням.